И для тех, кто говорил, что баллон с газом греет всего лишь до 600 градусов, я покажу вам инструкцию этой горелки. Посмотрите, 1350 градусов. Шар пока нагревается, а мы займемся азотом. Аккуратно выльем его в миску для опытов. Ух, он кипит. Я в первый раз имею дело с этим материалом, и мне даже немного боязно. Вдруг я себе что-то отморожу. Поставьте лайк мне за храбрость. Я реально переживаю немножечко. Азот прикольно бурлит, шар греется. И давайте проверим его в действии. Давайте возьмем такого желатинового медведя и кунем его в жидкий азот. Так, думаю, он уже замерз полностью. Сейчас я его выну. Да что ж ты сделаешь, мои кривые руки. Смотрите, он действительно дубовый, он полностью промерз. Да, я представляю, что будет с раскаленным шаром. Все, наш шарик готов, он хорошо накалился. Хоть вам этого и не видно, так как в комнате много света. Аккуратно берем его и... Ух, это было немного стрёмно. Я думал, меня сейчас обожгут брызгами азота. Азот очень сильно бурлит. Видимо, он сопротивляется раскаленному шару. Но и наш шар тоже не сдается, и он пока еще горячий. А самое главное, он не раскололся в миске из-за разницы температур. Давайте его еще охладим немножечко. Азот прикольно так газует. Думаю, этого хватит. Шар пролежал в азоте около 5 минут, и давайте его достанем. Обалдеть! Вы это видите? Шар не выдержал разницы температуры, раскололся в двух местах. Но все-таки шар держался молодцом, он все еще достаточно теплый, можно даже сказать горячий. Давайте я положу его на деревяху, и вы увидите эти трещины. Ребята, в этой битве, я считаю, победил азот, но и наш шар раскаленный получает свои очки за устойчивость. Вы только посмотрите, что он сделал с миской и доской под ней. Он прожег ее. Напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, победил в этой битве, так как я уже и не знаю, как быть. Ребята, давайте наберем на этом видео 100 тысяч лайков, я сделаю очень крутой ролик с раскаленным шаром и азотом одновременно, а кого я буду мучить, не скажу, так как опять смогу стырить идею. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот ролик, и заходите в группу, там проходит конкурс на крутую экшн-камеру. На этом все, ребята, всем удачи и пока-пока.